Всем привет! Находимся в батутном зале. Дэнни Джим. Вон пацаны с Антохи прыгают. Давай, Влад. Делай, делай. Сальтуха не удалась. Вот. Первый раз на этом месте. Люблю все новое. Сейчас будем что-нибудь пробовать. Посмотрим, что из этого получится. Диман, что собираешься делать? Треху переды. Треху переды? Да. Мочи. Как ощущения? Ощущение. Нормально? Интересно? Да. Еще придешь? Все. Жену приведешь? Не, пока не веду. А сына приведешь? Конечно. Все, заметано. Понравилось ли тебе здесь? Да. Да? Зал классный. Да, зал классный. Молодцы, что такое построили. На самом деле очень удобно. В свое время мы думали, что такое не застанет, когда еще сами когда-то прыгали давно. Вот. А так вам спасибо большое. Очень интересно здесь. Придем еще и приведем друзей. И что для себя понял? Понял то, что винтуху я ни хрена не умею. Да. Но Плячку. Я думаю, ты ее научишься. Вот. Завтра. Сейчас он взорвет. Монстр просто. На самом деле все не так легко, как ожидалось. Думали, будем фигачить, как отцы. А? Пока нет. Тут женек решил себя в полете сфоткать. Давай же. Сейчас мы посмотрим фотографию. Красота вообще. Тренировка окончена, но случилась одна неприятность. Кто-то перепутал обувь и ушел в наших сланцы. У меня один большой размер, один маленький. У Андрея так же. Да, Андрей? Да. Ты рад? Я доволен. Да, было очень приятно, круто попрыгать, но концовочка нас не особо удивила. Сейчас мы пойдем разбираться, будем искать, кто украл. Че он разговаривает? Мы это вырежем. Нет, там, короче, кто в моих сланцах ушел? Это он ушел.